Обзор MyFX Choice. На широких просторах интернета по адресу www.myfxchoice.com расположился одноименный форекс-брокер, компания, которая была основана в августе 2010 года и чья деятельность регулируется IFSC. Брокер обещает безопасность клиентских средств, также качественную службу поддержки круглосуточную в течение 5 дней в неделю и качественные трейдинговые технологии. Для работы предлагает MetaTrader 4, MetaTrader 5, а также доступный мобильный трейдинг. Приложение для iOS, MetaTrader 4 и MetaTrader 4 для Android. Минимальная сумма для пополнения здесь составляет 100 американских долларов или же сумма эквивалентная этой, но в другой валюте. Валюты счета: американский доллар, евро, британский фунт, австралийский доллар, канадский доллар и даже биткоин. Пополнить депозит можно при помощи банковских переводов Skrill, Teller, Polypay, Bitcoin, Visa, MasterCard, FastPay, Perfect Money, PaySafe Card, ePayments, а также Trustly. Для вывода средств несколько меньше возможностей. Здесь у нас банковские переводы Skrill, Teller, Bitcoin, FastPay, Perfect Money и ePayments. Нажав на каждый из этих способов, вы получите инструкцию по пополнению депозита. Для работы предлагается два типа счетов – классический и Pro. Минимальный депозит в обоих случаях – 100 американских долларов. В случае классического счета спреды у нас начинаются от 0,5 пунктов. Минимальный размер лота – 1 сотая, максимум не определен, комиссия отсутствует в данном случае, причем может достигать 200. Метод исполнения NDD Market Execution, Margin Call, Stop Out 25 на 15 соответственно. Предлагается для работы 28 валютных пар, золото, серебро, контракты на разницу цен индексов, металлов, сырья, а также топлива. Второй тип счета предлагает низкие более спреды от 0. Минимальный размер лота все так же 0,01, максимум не определен. Здесь уже у нас есть комиссии 3,5 доллара на каждые 100 тысяч, плечо до 200, метод исполнения тот же самый, NDD Market Execution, Margin Call, Stop Out, 100 на 80 соответственно. 38 валютных пар, золото, серебро в качестве инструментов, а также контракт на разницу цен индексов, металлов, сырья и топлива. Найти ответы на интересующие вас вопросы вы можете также, естественно, в разделе наиболее часто задаваемых вопросов, который у нас есть в верхней панели меню. Контактная информация предлагает лайв-чат, также возможность заказать обратный звонок. Есть в наличии адрес офиса, номер факса, номер телефона, адрес электронной почты. Также можно написать имейл прямо с сайта компании. Что касается языков, то среди доступных у нас есть английский, немецкий, арабский и итальянский.